Yeah. It's your boy. City 6 for MC HP, huh? Что? Что? Как? О, смотри, смотри, смотри. Смертельный номер. Два шота на такой дистанции! Серьезно? Чувак, хочешь много донат на новичка? Тогда слушай. Для начала идем на сайт Mail.ru и регаем новую почту. А потом переходишь по любой из ссылок в описании. По первой ссылке ты получишь любое оружие из серии Якудза. Рекомендую тебе Crazy Horse. По второй ссылке ты получишь боевое снаряжение на 30 дней и пулемет, который не нужно чинить. Для ПВЕ это ма, конфетка. Пушки Неон и Випку ты получишь по третьей ссылке в описании. Ну а четвертая это платиновый кейс с кучей разных крутых пушек. Ну а после 11 ранга тебе предложат купить золотые пушки. Ну или вовсе Крис и АК Альфа. Ну а на сайте игры ты можешь просто привязать телефон и получить Випку на 7 дней. Регайся прямо сейчас, иди уже разноси всех. Норм соп и норм карты для выигрыша. Красивая игра получится. Все четко. Надеюсь. Десятая лига. Борьба, все, я сел поудобнее, короче. Прицел вошел, все, хожу в прицеле. Да, да. С бедра мы уже поняли, что это оружие. Что? Дерьмо. Давай, вставай. Хватит валяться. Да господи. Надо было дефнуть нормально. Один где-то у меня слева. Хорош, у него ускон, кстати. Так что аккуратнее надо быть с этим. Это было, кстати, в прыжке с бедра в голову. Типа, так лучше сделать. Да не, в принципе, прям. В прыжке с бедра в голову? Это так должны звезды сойтись, чувак. Чтобы попасть в прыжке с бедра в голову. Я захожу, короче, убивать его. Не врегало второй шот. Я первый промазал, второй не врегало, прикинь. Не, второй этаж нам неудобно будет ходить из-за вот этого вот вот этой позиции. Мы ее не убьем. Нам нужно с тобой лево ходить по зыгру. Ну ладно, пойдем. Удалил. Ушел. Нашел его? Да, он ушел в спину тебе. Получается, по узкой, он через окно залез. Так, ну сейчас три инженера, нам нельзя бомбу сейчас запускать. Я думаю, на бомбе играть просто. На бомбе, давай, давай. Странные звуки в этой карте. Вот это у него дикие шоты, чувак. Реально, просто дикие шоты. Подсади меня на палец, я попробую всех убить. Давай. Это, конечно, не успон, но у меня анимация делается, я не пойду пушить. Не выйдет чекнуть? Я успон убил. Сейчас лестница будет косо. Блин. Бедро. Опять ошибка моя. Где он? А понять не имею. Вверх. Или не здесь у тебя уже снизу. Не знаю. Иди. Вот это дистанция просто. До свидания, называется. Посади на палец, попробуй еще раз. Пожелай мне удачи. А ВП в респе стоит. Давай, заклатчишь? С меня конфетка. Дефузит. Я просто видел, куда пуля прилетела, чувак.
Просто слева от него пуля пролетела. Вверх, давай спрыгнем. Тихо. Спрыгнем. Осторожно, граната! Вечер. Ну и чё вы? На лестницу здесь, скорее всего. Нет? Нет. Ещё! Не, это жестко. Это очень жестко. Ты видел, какое я ему кресло нес? Ты смотри на это! Да-да-да. Тупо на грани фола подошел. Да-да-да. Не, карта идеальная для вот этого дробовика, просто лучшая. Да и псопы вроде бы норм против нас. Просто они ничего не могут сделать против таких ваншотов диких. Миш, не дефуй. Задефую! Давай! Давай! Я просто его прокинул. Это ты четверых убил? Заберем 100 очков. А это что, 100 очков? Я четверых убил. А то кто первый делает? Да. Серьезно? Да. Я даже затесал, сколько играю на этой карте. Не, ну это жестко, это жестко. Мне очень понравилась катка. Вот реально. Она веселая была. Мне нравится Марлин, я его буду тянуть однозначно. Вот 100%. Я даже, наверное, в свой кейс на игромаркет добавлю. Серьезно, вот просто без шуток. Это ствол годный. С него нужно стрелять в прицеле. И если ты в прицеле попадаешь, то это 90% случаев ваншот. Даже чуть менее средней дистанции, это уже ваншот, 100%. Ну, либо да, либо вот, ну ты видел, что я снайперу нанес. Просто да, один просто, шот, да. Просто пфф, фулл крест. Штурма. Охрененный ствол. Охрененный. Но с бедра он полный кал. Это что у нас? Какая лига? Это 10-я, по-моему, с 8-й мысли. Ну, мы посливали, да, очень хорошо. Но, тем не менее, соп просто жесткие попадались. Типа, вот сейчас послабее маленечко попались, и все. Ну, нет, даже на самом деле тут не, дело не в сопах, дело в карте, скорее всего. Просто карта сейчас зарешал очень сильно. Потому что тут дистанции микроскопические, как раз для дробовичков. Ну, вообще. Да, на фабрике не очень катать. Мне понравилось как-то.